Добрый вечер, зрители. Моя подруга мне сказала, чтобы я кое-что рассказал вам про женский оргазм. Я скажу, что он существует. 100%. Я уверен. Почему я так думаю? Спросите вы. Потому что раньше я был не геем. Я был гетеросексуал. У меня было много женщин. Они все были в восторге от меня. Я ублажал каждую женщину. Они все были удовлетворены мной. И однажды я задумался, а действительно ли они испытывают оргазм? Может, они просто имитируют? Может, его просто не существует? И я это проверил. А знаете как? Очень просто. Я у них спросил. И они все сказали, да, я испытывала с тобой такой оргазм, ты просто не можешь себе представить. Ну что-то мне было подозрительно, что они говорят мне правду. Я решил спросить у мужчин и проверить. И мне понравилось. Как я спросил? Спросил, так спросил. Все мужчины тоже были в восторге. Они также говорили, что они испытали просто бомбезный оргазм. И с ними мне было намного лучше, чем с женщинами. Скажи, Ю, я бог оргазма.